жил в одной деревушке Емеля. Делать совсем ничего не хотел, но если когда-то займется он делом, любую работу сделать умел. Однажды пошел он к реке за водою, и только Емеля ведро опустил, как рыбка ему с чешуей золотою попалась, и он у той рыбки спросил: «Неужто тебе надоела свобода? Неужто мне надо зажарить тебя?» И рыбка вдруг молвила русское слово: «Емеля, будь добр, отпусти ты меня. Я быть на свободе так сильно мечтаю, любое желание исполню твое. Скажи только, рыбка моя золотая, ты сделай, пожалуйста, это и то». И рыбку Емеля тотчас отпускает и просит, чтоб ведра шагали домой. И ведра с водою домой убегают, Емеля тихонько за ними идет. Приходит домой он, а ведра уж дома, спокойно в избушке на лавке стоят. А в доме толпится людей очень много, с большим удивлением на ведра глядят. Но, потолкавшись в избушке час целый, все люди потом разошлись по домам. Емеле тут дров привезти захотелось, и снова прибег он к заветным словам. Садится он быстренько в сани пустые, а рядом лежат тут топор и пила, и просит он рыбку, что в чаще густые, она его в лес за дровами везла. И сани с Емелей стрелою помчались, давя всех, кто был у саней на пути. Но вот уж деревья вокруг замелькали, Емеле хватило бы сутки идти. Топор и пила тут же взялись за дело, Емеле и глаза моргнуть не успел, дровишки уложены в сани умело, и он уже в деревню поехать хотел. Но царский глашатай к нему полупьяный приблизился вдруг: «Эй вы, кто рассмешит любимую дочку царя Несмеяну, тот будет ей мужем, в дворце будет жить». И тут он увидел Емелю с дровами, увидел, что сани его без коня. Давай он Емелю просить со слезами, что только ему рассмешит дочь царя, что здесь он в лесу без добра оказался, что много пытались ее рассмешить. И вот уж Емеля последний остался, откажется он, и ему уж не жить. Емеле сначала идти не хотелось, и он, поразмыслив, сказал: «Я спешу, когда-нибудь после возьмусь я за дело, и вашу царевну в момент рассмешу». Приехал домой, про царевну не помнил, но вот уж глашатай домой к ним идет. Просил, чтобы тот обещание исполнил. Залез он на печку и полный вперед. Увидев в окошко Емелю на печке, весь двор тут с царевной давай хохотать. И, встретив со смехом его на крылечке, царевна сказала царю: «Вот ваш зять». Но жить во дворце наш герой отказался. Вернулся с царевной в деревню свою, а рыбке всегда хорошо отзывался. На этом закончу я сказку мою.